принятых компетенций известных структур. Да? Поэтому придет соответствующее время, будут сделаны соответствующие выводы. Все структуры, кто этим занимается, кто принимает решения, называется, скажут свое слово. Конечно, это неприятно, конечно, это все нехорошо, но как-то комментируют, во-первых, еще говорю, у меня нет оперативной информации, это не наши полномочия, коллеги занимаются соответствующей структурой, и пусть занимаются. Ну а то, что очевидно, что просто выводы рано делать, мне кажется, тоже понятно. В прошлом году вы тоже мне эти все вопросы задавали, а вот что там, вас туда ходили, сюда ходили, а вот тут туда дело завели, там прокуратура судится с теми или с другими. Ну, есть такая жизнь. Ничего этого хорошего, безусловно, но время все расставит на свои места.